И всем-всем привет, ребят, вы на канале PewPixel, с вами Костян Андрей, и сегодня мы с вами нарисуем Була из Brawl Stars по вашим многочисленным, ребята, просьбам. Кстати, многие из вас меня очень-очень давно его просят нарисовать, и сегодня я наконец-таки решился его нарисовать вам. Он будет занимать 45 клеточек по горизонтали и 52 клеточки по вертикали, поэтому, ребята, приступим его скорее рисовать, погнали! Кстати, нам понадобится вот такой вот здоровенский двойной листик. Все, поехали. В общем, я беру черный фломик и ставлю ему здесь вот сейчас сверху прям 7 клеточек. Вот тут вот 7 клеток вот так вот. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. 7 клеточек поставили, так чуть в бок. И их, естественно, вот так вот закрасили. Теперь тут ставим 2 клеточки в бок и ставим еще одну клеточку. Закрашиваем, тут закрашиваем. Теперь на низ поставим еще тут одну клеточку. На низ теперь отсюда 6 клеток. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Да, ребята, если вы вдруг за мной не успеваете, то всегда нажимайте на паузу, дорисовывайте и продолжайте рисовать вместе со мной. Ну, а я, естественно, продолжаю. Теперь ставим тут 2 клеточки вот так вот. И теперь на низ ставим еще здесь еще одну клеточку. И теперь ставим еще 3 клеточки. Раз, два, три. Вот так вот тут закрасили, тут есть, тут все отлично. Надеюсь, вы все помните, что идет последовательно. Если вы не помните, то обязательно перемотайте, да. Так, окей. Ставим теперь здесь 2 клетки. Раз, два. И здесь ставим раз, два, три. 3 клеточки. Напротив этих 3 клеточек ставим тут тоже раз, два, три. 3 клеточки. Тут у нас будет ухо идти вот здесь вот. Ну, а мы здесь ставим вот здесь вот одну клетку. На низ теперь пойдет у нас здесь 2 клетки. Раз, два. Вот так вот, отличненько. Теперь тут ставим раз, два, две клеточки. Так сказать, рядышком совсем. И здесь отсюда поставим раз, два, три, четыре. 4 клетки. Так вот, здесь закрасили отличненько так все. Теперь тут ставим 2 клеточки. Раз, два. На них ставим 2 клетки. Тут, ребята, ставим вот так вот. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. 6 клеточек. И их вот так вот закрещиваем. Так, давайте, ладно, ребята, перейдем на вот эту сторону, на вот эту часть. На вот эту вот часть головы, точнее. И будем тут уже бомбить и закрашивать. Смотрите, тут ставим... Делищись. Так, ставим тут одну клеточку, тут еще одну клеточку. Тут так вот закрашиваем, тут закрашиваем. И теперь мы на низ пойдет у нас 2 клетки. Раз, два. На низ теперь 5 клеток. Раз, два, три, четыре, пять. Так, тут закрасили. На низ теперь тут 2 клеточки. Раз, два. Отлично. Теперь еще 2 клетки на низ. Раз, два. И еще раз получается. Отлично. И на низ 4 клеточки. Раз, два, три, четыре. 4 клеточки у нас здесь готовы. Отсюда, ребята, пойдет раз, два, три, четыре. 4 клеточки. Вот так вот закрашиваем здесь. 4 клетки. Тут ставим еще раз вот так вот. Раз, два, три, четыре. 4 клеточки. Так, чуть в бок. Тут все склоняется. Так вот так вот в бок 4 клетки. Отлично. Теперь в бок 3 клетки. Раз, два, три. И тут 2 клетки. Раз, два. На низ у нас пойдет отсюда 2 клетки, раз, два. Еще 2 клетки, раз, два. Тут тоже раз, два, 2 клеточки пускай будет. Теперь здесь 2 клетки. На низ пойдет 4 клетки, раз, два, три, четыре. Ставим теперь тут раз, два, три, 3 клеточки. Вот так вот. И в бок у нас пойдет 2 клетки, так вот отсюда вот прям раз, два. Вот так вот, отличненько, отличненько, прям все суперски. Теперь, ребята, смотрите, что мы делаем далее. Мы тут ставим одну клеточку вот здесь. Тут ставим тоже одну клеточку вот здесь. Далее еще одну клеточку поставим. И еще одну клеточку поставим. Смотрите, ребят, вот это вот ухо не трогаем, но вот эту часть мы вот такой закрашиваем черным цветом. Вот, видите? Сейчас, в общем, посмотрите, как я закрашу, и только тогда тоже закрашивайте. Вот смотрите, я тут закрасил, теперь вот эту продолжаем часть тоже закрашивать. Но ухо, видите, я вот это вот ухо не трогаю, совершенно не трогаю. И закрашиваю его вот эту вот огроменскую, здоровенскую шевелюру просто. Вот эту вот мощь черную на голове. Видите, мы вот так вот полностью закрашиваем. Так вот есть. Тут тоже. Кстати, достаточно таки много черного цвета уходит, поэтому советую закрашивать каким-то черным карандашом или вообще каким-то маркером здоровенским, чтобы вам было вообще проще и легче. У меня лично просто вот такой вот маркер, самый обычный, перманентный. Все, отлично, мы это закрасили. Теперь продолжаем рисовать далее. Далее у нас идет... Далее у нас идет... Так, ладно, ребят, тут ставим вот так вот на низ. Раз, два, пускай будет три. 3 клеточки. Тут ставим раз, два, 2 клетки. Тут теперь ставим, ребята, вот так вот раз, два, три, четыре. 4 клеточки. Мы эти 4 клеточки вот так вот закрашиваем тоже.
Тут у нас как бы бровь у нас его идет. Тут ставим одну клеточку всего лишь. Тут ставим отсюда раз, два, три, три клеточки. Тут ставим раз, два, две клеточки. Поправляем вот так вот все. Пропускаем, ребята, раз, два, три, три клеточки. И на четвертой клеточке ставим одну, вторую, третью, четвертую. Так вот, четыре клеточки тоже. Тут ставим всего лишь одну клетку. Вот здесь вот снизу, типа как тут что было, да? Вы понимаете уже про эту речь. Теперь тут мы ставим две клеточки еще. Ну и тут мы поставим вот так вот, смотрите. Раз, два, три. Три клетки. Вот так вот. И здесь поставим всего лишь одну клеточку. Вот так вот у нас получается все. И мы идем, естественно, далее. Далее мы поставим здесь раз, два, две клеточки на низ. Тут как бы у нас еще одно ухо, да, еще раз повторяюсь. Кто не понял, кто не расслышал меня. Теперь мы продолжаем идти дальше. Идти, тут ставим раз, два, три, три клеточки на этом уровне, на этом моменте. Тут мы тоже вот так вот идем дальше, три клеточки. Тут далее ставим мы раз, два, три, четыре, пять, пять клеток. Вот так вот закрашиваем. Пять наших клеточек. И здесь ставим одну клетку. Тут ставим вот так вот две клетки. И тут ставим, естественно, раз, два, три, четыре, пять. Пять клеточек. Вот так вот, ребят. Тут теперь ставим одну клетку, вторую, третью, четвертую. В общем, четыре клеточки. Так мы их закрашиваем. Далее тут теперь ставлю одну клеточку. Тут ставлю еще одну клеточку. И ставлю еще одну третью клетку вот здесь вот. Теперь на низ у нас пойдет сразу же вот так вот. Раз, два, три, четыре. Четыре клеточки всего лишь. Тут ставлю две клеточки. Всего лишь. Да, всего лишь. Так, теперь в бок у нас пойдет две клетки. Раз, два. Тут поставим одну клеточку. И здесь у нас пойдет две клеточки, и здесь одна. Получается, вот видите, здесь две, и здесь всего лишь одна клетинка. Так, тут ставим вот здесь вот, именно вот здесь вот ставим вот так вот. Раз, два, три. Одна клеточка, вторая и третья. Тут ставим мы одну клетку еще дополнительно. И наверх у нас пойдет три клетки. Вот так вот, раз, два, три. Так вот мы закрасили здесь. И здесь вот так вот добавляем еще одну клеточку. И здесь вот так вот раз, два. Раз, два. Так, тут поправили, отличненько, 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 просто супер. Так, теперь отсюда, ребята, пойдет наверх две клеточки, вот так вот, раз, два, две клетки, и у нас готово здесь. И теперь мы в бок у нас идем вот так вот, раз, два, три, тут две закрашиваем, а тут всего лишь одну закрашиваем. Теперь отсюда идет две клеточки, раз, два, наверх у нас пойдет раз, два, три, так, одна, вторая... И третья. Теперь в бок у нас две клеточки. Раз, два. И наверх также самые такие вот лесенки. Так вот, раз, два, три. Одна, вторая и третья. Теперь, ребята, вот отсюда вот у нас в бок пойдет целых пять клеток. Вот так вот, раз, два, три, четыре, пять. Мы их вот так вот закрашиваем. Тут поставим одну клеточку. На низ пойдет две клетки. Раз, два. И на низ пойдет еще целых три клетки. Раз, два, три. Вот так вот. Ребята, на низ пойдет у нас 6 клеток целых. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Мы их вот так вот аккуратненько закрашиваем. Так, тут вот, что-то двинем листик. 6 клеток. Теперь на низ пойдет у нас 3 клетки всего лишь. Так, это раз, два, три. Тут у нас пойдет раз, два, стрис. 3 клетки. Раз, два, стрис. В бок у нас пойдет 7 клеточек. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Мы так их тоже аккуратненько закрасим. Вот так вот. Теперь тут добавим две клеточки, раз, два, тут отсюда раз, два, три, три клеточки вот здесь. Далее на низ там у нас тоже пойдут так вот клеточки, только поставьте пока что три, чтобы мы знали, что тут будет продолжение всякой снятчины, всякой штучки. В общем, ребят, ставим тут раз, два, три, три клеточки еще дополнительно. И ставим здесь еще две клеточки вот так вот дополнительно. И ставим в бок еще две клеточки тут дополнительно вот так вот. Тут поставим еще одну, ребята, клеточку вот здесь вот, одну клеточку добавляем. И ставим на низ раз, два, три, три клеточки еще вот здесь вот. Давайте даже 4 поставим, пускай будет еще одна клеточка добавлена. Тут мы вот так вот раз, два, три соединяем. И вот эту вот часть, ребята, тоже закрашиваем черным цветом, чтобы она нам не морозила глаза. Вот в чем вопрос. Так, мы это закрываем, тут закрываем, тут закрываем. Тут ставим раз, два, три, четыре, четыре клеточки. Мы их вот так вот закрашиваем, естественно, наши 4 клетки. На низ пойдет 6 клеток теперь, вот отсюда вот, раз, два, три, четыре, пять, шесть. 6 клеток тоже вот так вот закрашиваем. Тут у нас пойдет всего лишь 2 клеточки, тут пойдет 1 клеточка, тут пойдет еще 1 клеточка, здесь 1 клеточка. И отсюда вот так вот пойдет, вот тут мы соединяем то, что мы и было у нас запланировано изначально. Вот так вот, все суперски и классно. Тут вот, смотрите, ребят, вот эту вот часть я вот так вот оградил и закрашиваю. И вот отсюда вот отсюда у нас тоже идет, вот видите, вот напротив этой штучки мы ставим еще одну такую черную полосу. Так, тут соединяем слегка все,
И теперь, что мы делаем дальше, ребят? Вот тут вот, где у нас было вот эта часть, ставим вот здесь вот одну вот такую вот клеточку. Тут ставим тоже еще одну клеточку. Тут теперь ставим две клетки. И отсюда у нас пойдет на низ вот так вот прям. Просто так вот. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Просто 10 клеточек, вот так вот просто на низ. Ни о чем не подозреваем, так сказать. Просто так вот идем на низ 10 клеточек, да. Вот так вот их закрасили. Вот здесь вот, ну вот, видите, я до сюда вот дошел до конца прям. Теперь, что мы делаем далее, ребят? Мы берем с вами вот тут вот, в этой части. Ставим в бок целых 6 клеток. Вот так вот, раз, два, три, четыре, пять, шесть. И их, естественно, так вот закрашиваем, 6 клеток. Тут мы ставим всего лишь одну клеточку. Тут мы ставим сверху еще одну клеточку. Наверх у нас пойдет раз, два, три, четыре. 4 клетки. И мы их, естественно, закрасили. А отсюда, ребята, у нас пойдет 5 клеток. 1, 2, 3, 4, 5. Так, вот тут мы закрашиваем тоже. Тут, наверх, 2 клеточки. Далее мы ставим здесь одну клеточку. И здесь еще одну клеточку. И все так вот поправили здесь все хорошенечко. И идем далее к следующему моментицу. Так, смотрите-ка, ребят. Вот тут вот мы видите. Вот здесь мы, где мы вот тут находимся в этой части. Ставим здесь всего лишь одну клеточку. Теперь мы поставим на низ еще таких 3 клетки. Вот так вот. Раз, два, три. И вот так вот одну, вторую, третью, вот так вот мы закрашиваем. Теперь, ребята, что мы делаем дальше? Ставим еще одну, вот, смотрите, у нас, да, получилось. А отсюда у нас пойдет в бок, раз, два, три, четыре, пять, шесть. 6 клеток у нас должно дойти до сюда. Мы их вот так вот тоже закрашиваем, очень аккуратно, очень стараемся, очень прям, чтобы было все суперски идеальненько. Теперь мы берем вот так вот, отсюда идет вот эти две клеточки здесь. Здесь добавляем еще одну клеточку. А здесь у нас будет все таким, знаете, темно-серым нарисовано, как и в прочих других частях нашего рисунка. Теперь мы в бок идем отсюда. Раз, два, три, три клеточки. Вот так вот, три клетки у нас готовы, естественно. Тут мы ставим всего лишь одну клеточку. Наверх поставим еще одну клеточку. И наверх у нас пойдет еще две клетки. Вот так вот, раз, два и еще раз. Ой, не отсюда, ребят, отсюда раз, два. Так вот, тут две клеточки и тут две клеточки. На эту клеточку совершенно не обращаем внимания. Если вдруг тоже поставили случайно, как и я, не расстраивайтесь, тут будет темно-серым, и она не так будет заметна. Я вам это гарантирую просто, ребята, просто гарантию даю, что ее не будет заметно. Так, тут ставим теперь одну клеточку, вот здесь вот. И на низ отсюда пойдет раз, два, три, четыре, пять, пять клеток. Мы эти пять клеток вот здесь вот закрашиваем. Вот так вот. На низ пойдет теперь две клетки, раз, два. И отсюда у нас пойдет вот так вот, раз, два, три, четыре, пять, шесть. 6 клеточек, ребят. Только 6 клеток, не больше и не меньше. А отсюда, ребята, у нас пойдет вот так вот, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Целых 7 клеток. Целых 7 клеточек вот здесь вот. Мы их вот так вот тоже закрашиваем аккуратно. Отличненько. Тут ставим всего лишь одну клеточку. В бок у нас пойдет целых 4 клетки вот так вот, раз, два, три, четыре. Мы их вот так вот аккуратно закрашиваем. Эти 4 клетки, естественно. Тут ставим одну клетку. Тут ставим еще одну клетку. И тут посередине рисуем черепошку. Черепук. Черепок, в общем. Раз, два, три. Черепок. Держака. Вообще, тут 4 клеточки, как вы видели, как вы поняли. Тут ставим еще одну клеточку. И тут ставим раз, два, три, четыре. Вот так вот бим-бим-бим. Закрасили. Отличненько, ребят. И теперь продолжаем далее. Вот тут вот, как бы, ребят, вот от этой одной клеточки, вот здесь вот от одной клеточки, мы пропускаем на низ целую одну клеточку и ставим тут на второй клеточке, вот здесь вот от нее, вот тут вот одну клеточку, вторую, третью и четвертую. В общем, 4 клеточки здесь должно быть. Мы их вот так вот проставили. И теперь в бок у нас здесь идет вот такая вот одна клеточка. Здесь мы поставим 2 клеточки. Здесь мы поставим так вот раз, два, две клеточки еще дополнительно. И на низ так вот будет раз, два, три. И еще 3 клеточки. Отлично, ребят. Теперь тут ставим раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. В общем, 7 клеток. Вот здесь 7 клеток поставили. Их вот так вот аккуратненько закрашиванка. Так вот их закрасили. Теперь тут ставим всего лишь одну клеточку. Наверх поставим еще одну клеточку. И наверх еще 2 клетки. Вот так вот. Так, так. Отлично. Теперь тут еще 2 клеточки. Теперь 5 клеточек наверх. Раз, два, три, четыре, пять. Вот так вот. И тут, в общем, соединяю вот эти клеточки. Раз, два, три, четыре, пять. Тоже. Соединили и закрасили. Теперь, ребята, переходим вот сюда вот. Вот сюда вот. Ставим тут одну клеточку. Одна клетка здесь. На низ пойдет 2 клетки теперь.
Теперь пойдет еще две клетки, раз, два. И пойдет на низ вот так вот еще две клетки. Отлично, ребят. Просто пушка. Просто сказочная пушка. Тут вот, ребята, вот отсюда вот. Вот отсюда вот, ребята, мы ставим здесь одну клеточку. Здесь ставим вторую клеточку. Тут ставим тоже одну клеточку. Тут ставим еще одну клеточку. В бок у нас пойдет сюда раз, два, три, три клетки. Мы их, естественно, тоже закрашиваем здесь. Тут ставим раз, два, две клеточки. И добавляем здесь еще одну клеточку. Тут мы ставим теперь раз, два, две клеточки как бы на низ. И в бок у нас пойдет 4 клетки. Раз, два, три, четыре. Мы вот здесь вот так вот закрашиваем. Как бы все простенько. Так, тут тоже аккуратно. И здесь ставим так вот раз, два, три. Тоже их так вот закрашиваем. Тут поставим одну клеточку на низ. Тут поставим вот такой вот и две клеточки на низ. Тут мы ставим сразу раз, два, три, четыре, четыре клетки. Чтоб нам не мешало. И тут ставим одну клетку. В общем, даже не одну клетку, просто тут закрашиваем черным цветом и все. Да, вот так вот вообще классно получается. Теперь, ребята, мы берем темно-серый цвет. Темно-серый цвет можете взять более светлый, можете взять какой угодно. Но мы берем такой, знаете, более темный цвет. И закрашиваем вот здесь вот сначала. Вот так вот. Теперь закрасим еще вот эту часть. Но если хотите, можете продолжать черным, если у вас нет темно-серого цвета. Но советую взять просто темно-серый цвет. Так, теперь здесь мы закрашиваем еще. Вот видите, тут была точечка, и ее практически не видно. Практически ее не видно. Вообще классно, да? Круто, да? Так, тут тоже мы закрашиваем. Тут мы отделяем один кружочек, ну такой квадратик. Вот здесь вот тоже мы отделим вот тут вот, пожалуй, еще один квадратик. Вот здесь вот. И здесь мы отделяем вот так вот раз квадратик, два квадратика, три. Всю остальную часть мы закрашиваем тоже темно-серым. Только там, где мы отделили вот эти вот квадратики, мы их ни в коем случае не трогаем, окей, ребят? Договорились? Тогда договорились. Так вот закрашиваем, тут тоже хорошенечко так закрашиваем. Все, отлично. Супер! Теперь, ребята, берем коричневый цвет. Можете взять темно-коричневый, можете взять светло-коричневый, любой. Но нам нужен коричневый. Вот в чем заключается фишка. Коричневым цветом мы доводим вот до сюда, вот так отодвигаем. И тут за коричневым цветом закрашиваем вот эту часть. Но у меня на данный момент темно-коричневый, нам надо будет еще взять светло-коричневый. Мы будем тут закрашивать, знаете, этот, его орудие, так сказать. Так, тут ставим одну клеточку вот здесь вот еще, вот здесь вот просто. Отлично. И теперь, ребята, этим же цветом мы делаем вот что. Вот тут вот, видите, возле уха пропускаем эту клеточку сюда в бок. Так вот на две клеточки, на низ. Теперь, ребята, тут мы поставим еще одну клеточку. Тут вот на низ еще одна клеточка. Еще одна клеточка, еще одна клеточка, еще одна клеточка. Доводим вот до сюда, вот. В общем, по одной клеточке. И тут добавляем еще две клеточки. И вот эту вот часть мы закрашиваем. Вот так вот. Отлично. Теперь, ребята, я беру более светло-коричневый или такой, знаете, ну, в общем, надо другой какой-то цвет коричневый. Можете даже взять просто обычный коричневый карандаш, тоже советую. И вот этим коричневым карандашом или же фломастером, что у вас там есть, но главное, чтобы был немного, совсем немного другой оттенок, мы закрашиваем вот этой вот части. Или вы же можете полностью скопировать его орудие, так сказать, тут закрашиваем. Вот так вот. А, да, кстати, я сейчас еще здесь еще да не докрасил. Не докрасили здесь. Вот здесь еще одну клеточку. И вот здесь вот эту часть тоже закрашиваем. Вот так, что все было прям идеально. Ой, как классно. Смотрите, какой он прям реалистичный прям получается. Вот это крутой дяпан. Даже вы можете взять вот этот коричневый еще, ребят. Обязательно. И вот здесь вот, да, вот тут вот мы клеточку не ставим, вот здесь вот. Вот тут вот мы поставим одну клеточку коричневым цветом. Здесь мы вот так отходим, вот тут вот пропускаем одну клеточку, ставим, пропускаем две клеточки, ставим здесь еще одну так вот клеточку. Здесь мы пропускаем вот эту вот одну клеточку и ставим здесь еще одну клеточку. Это как бы, чтобы пальцы были видны более детализированно и все было более четенько. Так, отлично. Теперь мы берем серый фломик еще раз. Наверное, да, еще раз возьмем. И давайте поставим серым цветом просто вот здесь вот. Еще одну клеточку. Вот так вот там стоит серым цветом. Уже более будет классно выглядеть. Теперь нам нужно, ребята, взять синий фломик, синий фломастер. А желательно вообще взять темно-синий цвет. И что мы делаем? Мы закрашиваем ему штаны темно-синим или синим. Какой у вас есть, таким и закрашиваете. Цветом все. Вот так вот. Тут закрасили, тут закрасили, тут тоже. Так, ой, штаники же вам не сильно было видны. Вот здесь вот тоже закрашиваем все.
Тут тоже. Так, чуть-чуть поправляем. Здесь тоже вот так вот по чуть-чуть. И все отличненько прям получилось у нас. Супер, ребята, вообще классно. Теперь, ребята, мы берем зеленый цвет или темно-зеленый, или берите какой вы хотите. И мы вот тут вот закрасим еще. Вот здесь вот сделаем вот, так вот эту часть. Вот тут добавляем темно-зеленого. Вот здесь вот, вот здесь вот. Далее добавим еще вот здесь вот. Вот так, чтобы, знаете, было более эффектно. Да, у него, конечно, немного другая там одежда, и все по-другому выглядит немного. Но мы его делаем более красивым еще дополнительно. Вы можете сделать его, естественно, разукрасить, как он там выглядит на самом-то деле. Но я решил сделать таким вот образом. Теперь, ребята, супер. Берем с вами вот бежевый цвет. Хотя нам нужно вообще взять желтый цвет, ребят. Желтый цвет, нам нужно ему нарисовать нос, так сказать. И этот. Нам нужно нос нарисовать и его серьгу в носу желтого цвета. Но я думаю взять сначала, знаете, возьмите коричневый фломастер какой-то. Ну, светло-коричневый, который мы, например, это. И нарисуем ему нос из двух клеточек. А две клеточки у нас будут располагаться, смотрите-ка. Мы пропускаем три клеточки в бок, да, вот так вот, раз, два, три. И на четвертый ставим две клеточки, вот так вот, коричневым цветом. Желательно светло-коричневым цветом каким-то. Вот так вот мы поставили вот такой вот нос. Далее мы рисуем ему сережку в носу. Потому что он же бычус. Бул, в общем, бык. Так, тут две клеточки еще желтым цветом. И здесь еще одну клеточку. Просто одну клеточку, ребят. Одну клеточку. Сейчас далее у нас тут пойдет рот и глаза. Сейчас я вам покажу, как это ограждать. Нам, естественно, нужен бежевый цвет, чтобы придать ему телесности цвета в его кожу, в его все остальное. Поэтому мы берем бежевый цвет. Но если у вас нет бежевого цвета, возьмите либо розовый карандаш, либо оранжевый карандаш. И он тоже, ребята, будет более похож на телесный цвет. Но если у вас нету вдруг бежевого фломастера. Смотрите, что мы делаем далее, ребят. Мы берем просто вот тут вот, ограждаем эту клеточку. И на низ пойдет теперь на две клеточки. И в бок у нас идет прямо вот отсюда вот до конца этой сережки. И мы вот так вот закрашиваем здесь. Теперь вот эту вот часть прокрашиваем. Вот так вот аккуратненько все. Чтобы у нас, так сказать, не застаивалось. В этой части так вот закрашиваем, прокрашиваем. Продолжаем здесь, естественно, вот так вот. Аккуратно, тут тоже. Тут тоже. Смотрите, ребята, очень внимательный момент. Смотрите, мы вот так вот ограждаем тут одну клеточку. В бок идет на одну клеточку, вот здесь вот. На низ спускаемся на одну клеточку, в бок на три клетки. И тут вот так вот мы соединяем. Далее мы так же самое здесь практически сделаем, только тут одну клеточку в бок. Тут, да, должны быть белые клеточки. Здесь на низ. Здесь бок на две клеточки, и здесь еще на одну клеточку, и здесь еще на одну клеточку. Вот так вот, и все закрашиваем, кроме вот этих вот глазок, ребят. Почему я так спешу? Потому что фломастер застывает быстро. Могут образовываться какие-то непонятные штучки, поэтому очень будет надо быть возле аккуратно, возле желтых цветов обязательно. Потому что вот, я видите, чуть зашел, и оно выглядит уже не так уж эффектно. Придется надо будет исправлять как-то это дело. Я даже не знаю, как его исправить на самом-то деле, поэтому не расстраивайтесь. Так, уши мы чуть попозже закрасим. Нам самое главное сейчас лицо закрасить. Так, мы закрашиваем. Тут тоже. Тут вот так вот тоже закрашиваем. Аккуратненько. Отлично. И теперь давайте уши закрасим. Закрашиваем одно ухо. Закрашиваем второе ухо. Так, тут немножко поправим все. Так вот. И отличненько. Теперь переходим непосредственно к руке. Стойте, смотрите, ребята, прикол. Мы вот здесь вот добавляем еще, чтобы придать больше кулаку нашему булу. Тут добавляем две клеточки вот здесь вот, черным цветом, да. И здесь добавляем еще одну клеточку. Тем временем, пока вот здесь вот эта засыхает тема, мы берем с вами вот этот же цвет и дорисовываем вот тут вот. Вот тут вот дорисовываем. Только сейчас скажу, аккуратненько дорисовываем. Кстати, ребят, вот видите, у нас тут еще две клеточки есть. Этим же цветом нужно коричневым дорисовать далее. Вот так вот дорисовываем просто здесь. Отлично, то ведь видите, забываем, пропускаем и все в этом роде. Окей, тут закрашиваем, тут закрашиваем, тут закрашиваем. В общем, вот эту руку должны закрасить. И поэтому мы ее, что делаем? Правильно, мы ее закрашиваем. Аккуратненько. Тут тоже аккуратненько, никуда, ребята, не спешим. Просто все делаем очень аккуратно и очень красиво. О, да, ребята, давайте тут еще отделим. Пускай будут такие, знаете, блестяшки. Тут как бы отблик от наших бицепсов будет. Таких больших, крутых. Тоже так вот закрашиваем аккуратно. Тут тоже. Тут тоже. Здесь.
здесь и здесь. Окей, теперь закрашиваем вот эту уже ручку. Тоже это хорошенечко, везде все аккуратненько все делаем. Все, что было суперски-пуперски. Так, аккуратно. Так, ребят, смотрите, вот здесь вот отделяем вот эти вот белые клеточки. Тут вот тоже. Вот эти, видите, белые клеточки, мы их так и оставляем. Это типа как бы отблики от пальцев. Да. Так вот оно все идет. И мы здесь просто так вот все аккуратно закрашиваем. Вот здесь вот тоже. Тут такой типа кулачок. Кулак мощный. Немного в этой части. Вот так вот. Тут. Теперь вот здесь вот. Отлично, ребята. Все суперски классно. И теперь мы берем желтый цвет. Можете взять немного ярче желтый цвет, в отличие от этого. И закрашиваем вот эту вот часть. Даже можете взять такой, знаете, темно-зеленый или такой желто-зеленый какой-то. В общем, закрашиваем здесь. Вот так вот. Вот здесь вот теперь. И у нас, ребята, получается вот такой вот крутотейший классный булл из Brawl Stars. Выглядит он прям супер классный, супер круто и супер крутотенский. Если он вам нравится, то, ребята, взмахайте ваши лайки. Подписывайтесь обязательно на канал. Ну а на этом, ребята, все. Всем пока, до скорой встречи. И да, еще, ребята, предлагайте свои супер крутые идеи в комментариях, и я их точно нарисую. А на этом все, ребята, всем пока. Всем покидоки.